Кира. Убежит, подожди. Дай мне, пожалуйста, поводок. Он вот здесь. Блин, Миша сейчас проснется. Да не проснется, дай поводок. Она сейчас со мной пойдет на дорогу выпьет. Слушай, а дай зажигалку мне. Ребят, короче, я сейчас не вижу, что вы пишете, так что просто смотрите. Хэппи мил предлагаю. Кира, конечно, ты зачем? Конечно, курит. Дитя родила, можно курить. Не знаю. Все. Да ладно, пускай идет сюда, пошли. Пойдем. А что, здесь, короче, нет окошка, прикиньте. Да, здесь нет окошка. Здесь нет окошка. Мать, там нет окошка, так что Кира пусть с тобой будет. А ты можешь подкурить от прикуривателя. О, зажигалку. Ладно, я не буду курить. Ого! Держи, держи, я не буду курить. Зацените, что я нашел. Чайку просто. Она тут тяпкает. Сейчас, сейчас. А думаешь, это ее яйцо? Она похожа на пингвина. Смотри, она внутри как пингвин, блядь. На, подержи вот это. Фокус. Хана фокусу, короче, пойдем. Мам, держи, тварь маленькая. Кира, на место. Иди домой. Короче, там уже... О, отлично. И очередь небольшая. Здрасте. Можно, пожалуйста, наггетсы, двадцатку, 4 сырных соуса, Биг Мак, еще один Биг Мак, двойной чизбургер, картошку по-деревенски, среднюю картошку фри, апельсиновый сок, Нести или Липтон, что у вас, зеленый, и вроде все. Давайте двадцатку на девятку, пожалуйста, поменяйте. Я что-то переоценил свои возможности. Нет, сырных столько же. Все столько же, только единственное, что еще кисло-сладкие соусы там. Да. Нет, цезарь ролла не было. Был Биг Мак, и что там еще? А что там еще было? Биг Мак и что еще? Вот давайте один Биг Мак и второй двойной чизбургер. Да, узнают, к сожалению. Или к счастью, я не знаю. Один двойной чизбургер и один Биг Мак. Да, да. Все с собой. И еще всякую детскую фигню можно, пожалуйста? Там яблочки, что еще есть. Давайте вот яблочные дольки Актимель. Морковные палочки, я думаю, это на любителя. Подождите, а вы уже морковные палочки побили? Ну, пускай будет вместе с ними, все нормально. Давайте, Актимель. А? А что за игрушки нынче? А, пакетик давайте. А игрушки какие у вас сейчас? Улыбайся, улыбайся. О, Снупи. Смотрите, что у нас есть. Да, берем. Да, соус.
Как я быстро справился. Ребят, извините, у меня что-то случилось с интернетом, резко прервалась трансляция. У меня очень болит плечо, это какой-то тяжелый мешок. У нас собака одуванчик выгоняет. Блин, а мне видно жалко. Просто все-таки расстоять. Эй, одуванчик. Подуй на нее просто и все. Ой, сейчас рекламу этого сделаю, Макдональдс. Да, посмотри на мою руку. Жесть. Все, я хочу покурить теперь. Охренеть ты набрал. Так нам надолго. Какой надолго, пап, нам до дачи доехать. Так это долго. Там уже. Смотри, нет. она. Кида, давай катайся еще. Быстро. Кира. Так. Чё фотопалку? Чё за фотопалку? Так, тебе не скучно? Нет, мне не скучно, я же еду. А, фронтален. Сколько градусов, кстати, в натуре, мам? Кстати, мать. Все. Я ради забыла мне это положить. Я не забыла, смотри. Смотри. Где-то до игрушки. Старая коллекция. Что, типа, все, ребенок не в тренде? Пиздец из бабы. Потому что нет никакой актуальности сейчас. Жду. Называю мама. Наташа, уходи, правильно он говорит. Уходи, Наташа. Не знаю, какой-то чувак пишет, Наташа, это мой негр, уходи. Я не понимаю, о ком речь. Пап, все, давай, завязывай. Сейчас покурю, поедем. Сейчас уже телефон перегреется, он, знаешь, перегреется. Да, он сейчас взорвется у меня в руках. Ладно, ребята, все, я вам еще позвоню, может быть, чуть-чуть с дачи когда-нибудь сегодня. Все. Мне нужно идти кушать. Давайте, спасибо. Да, был в курсе.